Не так давно мы с вами открывали этот замечательный кадровый центр, и сегодня проводим такое важное мероприятие, которое проходит в рамках аж всероссийского мероприятия. Мне кажется, что все у нас сегодня получится. В Мурманской области площадками ярмарки стали 8 кадровых центров региона. После комплексного обновления теперь так называются центры занятости. В помещениях проведен ремонт, фасады оформлены в едином стиле, сотрудники встречают посетителей в фирменной одежде. Но главное, изменился подход в работе. Впрочем, цель осталась прежней – помочь с трудоустройством. У нас представлено сейчас в городе Апатиты около 20 работодателей, 3 учебных заведения, которые находятся на территории Апатитского района. Возможности для соискателей, то есть для людей, которые не заняты или даже заняты, которые могут обратиться вот сегодня напрямую, получить хорошую возможность контактировать с работодателем, узнать все тонкости, нюансы. Сейчас на рынке труда нашего города число вакансий заявленных превышает число соискателей. Поэтому работодатели испытывают потребность рабочей силы. На каждого официально зарегистрированного безработного сегодня приходится несколько вакансий. Если соискателя по какой-то причине они не устраивают, в кадровом центре готовы предложить альтернативу – открыть собственное дело или пройти переобучение, чтобы получить востребованную на рынке труда профессию. Очень важно для того, чтобы кадровые центры нашли возможность подобрать подходящую работу для каждого из тех, кто желает ее найти. Этот процесс непростой, но мы переформатировались и сегодня говорим о том, что вся служба занятости модернизировалась. Мы сменили совершенно принципиальные подходы к организации этой работы, руководствуемся принципом клиентоориентированности. Это значит, что с каждым человеком при подборе ему соответствующей работы учитываем его индивидуальные особенности. Примерно 6 тысяч вакансий на территории Мурманской области представили в этот день около 100 работодателей. Это в 3 раза больше количества северян, посетивших второй этап всероссийской ярмарки в поисках вариантов трудоустройства.